Вот сплавал с утра, вершу проверил. Но там маленькие рыбки были, ну что с ними делать? Решил спиннинг покидать. И чего же, покидал. Монстра такого вытащил. Она билась, упиралась. Прыгала, свечки всякие. А я, как назло, опять не взял с очка. Такая вот щука. Сейчас буду, значит, готовить. Это мощно тут. Наверное, около 2 килограмм такая рыбка. Вот рядом лежит бутылка 5-литровая. Набираю водичку. Вот радио. Печь. Сейчас буду разводить печь. Костер я затушил. Компот сварил вчера. Хорошо, тепло, комаров никаких нет. Вот заряжается у меня тут разного рода электрические приборы. Вон 2 батарейки от радио. Этот повербанк. Там вот под панелью лежит фонарь, тоже заряжается. Это он как-то не очень. Вот, а это батарейки такие литиевые для радио. Все заряжается. А радио сейчас подключено от таких вот 2 аккумуляторов. Сейчас пока не поет, поскольку я плавал. Но, о, какая красавица. Пришло время твое, рыба. Пришло. Билась, не хотела из стихии водной выходить. У меня главное оглушить-то нечем было. Пытался веслом оглушить, тоже неудобно. Ручкой спиннинга тоже. Опять эти моторщики. Как же они достают. Вот палатка. Вот буду щуку разделывать. Сначала почистить надо ее. Здоровая. Как говорится, гниет рыба с головы, а чистят ее с хвоста. Можно, конечно, филе всякие делать и так далее. Но я, наверное, буду по-простому ее готовить. Посмотрим. Да, на воблер попалась. На маленький белый, который самый такой уловистый.
около 2 килограмм. Тут и утку кто-то разделывал, вон перья тут валяются неподалеку. Такое место, как готовить, я еще не решил. Конечно, можно пожарить, это будет здорово, но, наверное, скорее всего, я ее потушу, чтобы тут большая голова у нее здоровая. Пасть, конечно, ого-го, здоровенная пасть. За самый край губы зацепилась. Прыгала. Это нечто. А у меня ни сачка, как обычно, ничего. Поленился. Вот лень. Вот лень — страшный недостаток. Страшный. Поленился сачок взять. Я его даже не собрал еще. Думаю, а чего? И тут на тебе такая. Ну, конечно, упускать нельзя. Какой, как вытащил прям с воблером в лодку. С крючками. Думаю, сейчас будет биться, проколет мне либо ноги, либо лодку проколет. А что делать? Ну, к счастью, она там зацепилась другим крючком за стропу внутри лодки и подфиксировалась, так сказать, никуда особо не прыгая. Ну вот, более-менее. Более-менее, что-то какие-то бумажки какие-то, что только не бывает. Более-менее, ой, ароматная какая, аромат прям идет. Ну, потроха, я, пожалуй, значит, посмотрим, кстати, что там внутри у нее. Как это Билли Бонс говорил, сейчас мы узнаем, какого цвета у вас кишки. Узнаем сейчас, какого у вас цвета кишки. Да, вот это улов. Это я понимаю. Острый, да? Так, чешуи вроде нигде и нет. Начнем. Смотреть, какого цвета у нее кишки. Я обычно... Ох, черт, желчь, что ли, задел. Вот говно. Да. Желчь, черт. Обычно же не допускаю таких ошибок. Ой-ой-ой. Вот это вот... Плохо. Ну, ничего, как-нибудь отмою. Да, желчь задел. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чем хороша щука? Тем, что... А ведь знал, как и с этим проклятым сачком. Та же самая история. Чем хороша щука, что в ней, в общем-то, совсем немного потрохов.
Да я отмою эту желчный чай. Это все черное тоже желательно убирать. Как Билли Бонс говорил, вот теперь мы узнаем, какого цвета у нее кишки, да. Ай-яй-яй. Теперь надо жабры устранить. Матерая такая рыбина. Жабры у нее колючие. Весьма матерая. Ну и вот так. Такая предварительная разделка завершена щуки. Пойду сполосну, и потом будет уже разделка потроха. Желчь попала. Не надо же. Скажи, это не желчь. Не знаю. Присолить надо. Она жирная такая, что желтая смесь. Ну вот, вот такая вот рыбешка-то получилась. Ага, еще не все жабры вырваны. Очищено. А что вот это? Желчь, не желчь? Да, похоже, желчь.
Может, жир? Я не знаю. Что это такое? Здесь еще что-то грязькое-то осталось, черное. Может, надо тоже сполоснуть. И дальше уже ее на кусочки разделать. Да, наверное, потушу. Здоровая. С лучком потушу. Потушу ее. Ну и надо будет какой-то... Может, даже сделаю что-то типа рыбный плов. Не знаю. Что-нибудь сейчас соображу. Сейчас жарко. Жарко очень, поэтому так, песка нет у нас на лодке. Ой, поэтому жарко, поэтому надо сразу готовить. Вот буду тушить щуку. Разжег печь. И тут вот с луком. Едва влезла туда, в эту кастрюлю. Так она нормально приготовится, прогреется вся. Нежная, не ужарится, когда жарят ее, уменьшается она. Ой. Пусть. Хорошая вещь, тушеная щука, мне нравится. Китайское радио поет. Нихао. Тут, конечно, местность такая. С одной стороны, хорошо. Но приходится все время перекладывать батареи солнечные, чтобы на свету были. Ну, уже аккумулятор, пауэрбанк зарядился на 88%. Эти батареи тоже заряжаются. Фонарь. Все заряжается. Хорошо, что две батареи солнечных. Удобно. А вот что в палатке. Спальник. Думал, холодно будет, но и не ошибся. Вечером прохладно. Вот лук. Вот проблема тут есть одна. Это сливочное масло. Что с ним делать? Размягчается. Ну и тут продукты у меня накоплены. Всякие яблоки есть, хлеб для верши, сыр плавленый, рис, гречка, макароны, картошка. Такие капуста есть еще, свекла. Потом я сделаю обзор на продукты. Вон труба лежит подзорная. Вчера смотрел со штатива, очень хорошо. Ага, вот там в термосе есть чай. Ну, здесь вот тоже всякие припасы, огурцы, сахар. Тут вот яйца есть. Красная цена. Раньше их не покупал. Думал, все как прочая красная цена, дрянь какая-нибудь. Попробовал нормальные яйца. В принципе, яйца трудно испортить. Можно, конечно. Вот буду петрушку добавлять. Свое это блюдо. Может, так прям поем без всякой каши. А может, переложу в другую емкость и сделаю рис, например.
Дыма нет. Потому что горячий газ идет. Вот я тут на острове. Такой вот сегодня денек веселый со щукой. Ну вот, рыба готова почти. С петрушкой, с луком. В малом количестве воды потушил. Запах. Установил на штатив трубу. Смотрю, что там делается. На том берегу только что сейчас приезжал на моторке какой-то человек с бензопилой. Напилил там бревен каких-то, погрузил на лодку и уплыл. Thank you.
Thank you.
شبانگاهی.
Thank you.